Здравствуйте, друзья! На канале кафе со мной, на моем канале в разделе кафе. Я тут быстренько готовлю обед. Вот что-то раз и пошло. Значит, я приготовила гречку себе. Вот я на обед съела гречку. Добавила, правда, перец, рыбки немножечко. Вот. У меня здесь варится уже чечевица. Я ее хорошенечко помну, добавлю сливочного масла, и у меня будет вот гречки чечевица еще. Ну и сделаю я такой вот овощной рагу. Эти нарезала морковочку. Здесь у меня есть немножечко грибы остались. Перец. У меня вот зеленый и красный перец. Чеснок порезала. Цукини у меня были. Теперь у меня есть фасоль. И у меня зеленая стручковая такая вот. Ой, горох, кукуруза. Ой, все перечислила. Ну, бывает. И стручковая такая фасоль в баночках. Здесь я порезала лучок. Вот. И сейчас я начну обжаривать лучок, добавлю чеснок, перец, морковочку. Это все зажарю и все. Томат я добавлять не буду. Так что вот так быстренько. И вот так вот на ходу решила. Раз и сделаю. Да? Чечевицу я помню со сливочным маслицем. И все будет у меня хорошо. Потихонечку будет тушиться. Вот, и я буду показывать. А сейчас пока я включу, чтобы лучок начал у меня жариться. Убавляю. Не, плюсик. Итак, 220. Вот сейчас начнет обжариваться лучок. Ну что, гречка пока у меня пойдет уже все в холодильник. Все, она остыла. И я отправлю ее сейчас в холодильник, чтобы она мне здесь не мешала. Ну что, слегка обжарился лучок. Я кинула чесночок. Две штучки. Вот видно тут вот с краешка чесночок. Вот тут с краешка чесночок. Закинула перец. Видите, какой красивый получается. Зелененький, красненький. Все будет сейчас обжариваться. Ну, потом пойдет морковка и потом цукини. Ну, как мы видим, пошла морковочка. И чечевица у меня уже почти готово. Сейчас попробуем. Сейчас я попробую чечевицу. Чечевица готова. Пусть она еще немножечко покипит. Вода выкипит. Еще побольше. И я уже разомну. Совсем буквально осталось там. По времени 5-10 минут. А тем временем, пока у меня готовятся овощи и чечевица, я готовлю себе ужин. Вот помидоры, у меня чесночок. Я очень люблю, когда помидоры с чесночком запекаются. Запеченный перец в духовке. Рыба. И здесь у меня нарезанные маслины. Будет вот такой вот у меня ужин. А сверху я еще посыплю сыром. Резанный такой мелкий сыр. Чечевицу я, она сварилась, я немножечко размяла. Добавила сливочного масла. И потом я вылью вот сюда, она остудится и в холодильник.
все, пусть остывают. И я потом в холодильник. Так что чечевица у меня готова. Гречка у меня готова, чечевица готова. И сейчас делаются уже овощи. Вот цукини. А перед этим я попробовала морковку, как она готова или нет. И посолила, чтобы она впитала соль немножечко, морковочка, цукини. Как видите, здесь уже осталось только немножко ингредиентов, чтобы отправить в сковородку. Это будет вот такая добавка. Гречка, чечевица и вот такие овощи. Такой обед. Высыпала. Было немножечко здесь. Вы видели у меня грибочков, кукуруза, вот, стручок фасоль. Вот такая. Все. Теперь доделывается. Главное, чтобы цукини поспели. Приготовились и все. Моя овощное такое рагу для обеда будет готово. Все закончено. И я думаю, что это будет очень вкусно. Если вам понравилось то, что я сделала, поставьте лайки, подпишитесь. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.